Кроме этого, в два раза увеличились затраты по содержанию контрольно-кассовых машин. Для предприятия были куплены новые аппараты. Это связано с изменениями в федеральном законе, согласно которому используемые контрольно-кассовые машины были исключены из реестра. ГТЦ вынуждены были приобрести новые контрольно-кассовые машины. И, повторюсь, то есть самостоятельно нам было бы это очень затруднительно. На сумму 266 тысяч были получены контрольно-кассовые машины в количестве 11 штук. На право хозяйственного ведения от администрации города Искитима. Долги искитимцев по итогам года выросли на 3 миллиона. Общая сумма недоимки составила больше 150 миллионов. Наше предприятие в рамках данных договоров предоставляет полный пакет информационных услуг о периодах задолженности, начислении пени и времени гашения долга по каждому лицевому счету. У поставщиков ЖКУ и управляющих организаций открыты так называемые окна. То есть возможность у себя на рабочих местах ответственным лицам оперативно смотреть, как происходит оплата, отслеживать задолжников по оплате. В настоящее время прорабатывается вопрос об улучшении программы начисления за жилищные услуги, а также об обновлении технического оснащения в пунктах приема платежей.